Раньше на этом месте был пустырь, и жители ближайших домов парковали машины на газоне. Вся грязь в межсезонье была на асфальте. Эту проблему уже решили. В прошлом году отремонтировали дворовые проезды и сделали парковку. Сейчас по федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» приведут в порядок территорию рядом с домом. Здесь поставят ограждение, установят лавочки. Пешеходные дорожки уже асфальтируют, обустроили детский игровой комплекс. Кристина Зотова выросла в этом районе. Говорит, теперь будет приятно проводить здесь время. Ну, у меня есть младший брат. Вот. И он здесь тоже, я думаю, будет бегать, играть. Тоже это очень хорошо. Может, как нуждаюсь, да. Можно здесь будет посидеть, погулять. Это замечательно, что у нас теперь возле дома есть площадка. Дети будут играть. Дизайн-проект по программе формирования комфортной городской среды разрабатывали совместно с жителями. Люди сами решали, что хотят изменить в первую очередь. Сроки выполнения и качество ремонта самарских дворов на контроле у главы города Елены Лапушкиной. Следят за работами и общественники, и депутаты. Тут очень важен общественный контроль. Жильцы принимали участие в формировании плана. Они нам показали сейчас план, что все в соответствии с их планом. Здесь все установлено. Во-вторых, глава района контролирует. И, конечно, подрядчики. Они заинтересованы в том, чтобы качественно выполнить и чтобы им отметку о выполнении и принятии, самое главное, объекта поставили жильцы. Ремонт дворов в Куйбышевском районе идет с опережением графика на несколько месяцев. Здесь с начала мая трудится несколько бригад. У нас 5 площадок в этом году в Куйбышевском районе. На сегодняшний момент, я думаю, что 95% объем работ выполнен. Нам осталось вот доложить асфальт, вы сегодня видите, и поставить около 300 метров ограждения. Так что я думаю, что к 1 июня все работы будут выполнены. В прошлом году по федеральной программе формирования комфортной городской среды в Куйбышевском районе отремонтировали 3 площадки. В этом планируют 5. По всем 5 адресам уже ведутся работы. Как я сказал, очень высока вероятность, что нам удастся еще дополнительно 2 двора в этом году сделать. Но пока по ним еще не начаты конкурсные процедуры. Это стало возможным благодаря тому, что у нас сложилась экономия вот по этому контракту. Но я уверен, что мы по итогам сезона, как я сказал, 7 дворов сдадим. В Куйбышевском районе по программе формирования комфортной городской среды приводят в порядок и общественное пространство. Сейчас ремонтируют сквер Речников по улице Флотской. А по программе содействия обустроят для отдыха лесную зону рядом с Сухой Самаркой и продолжат благоустройство территории в поселке Рубежный. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.